Православный бестселлер. Да-да, не удивляйтесь, бывают и такие. На это громкое звание претендует новая книга Олеси Николаевой «Небесный огонь». По жанру это сборник рассказов, повествующих о жизни батюшек и вообще верующих людей. А почему колеса, как у Татары? Придумал, наконец, гаишник. Штраф. Хорошо, согласился иеромонах. Только вы, когда штраф будете выписывать, напишите там «За то, что колеса, как у Татары». «Зачем это?» – подозрительно спросил тот. «А я в лавре буду, и самому вашему главному гаишнику, тот он назвал фамилию, который мне права выдавал, покажу». «Да ладно», – смутился милиционер, – «езжай так». Хотя в книге много упоминаний о Боге и религии, предназначена она не для священнослужителей, а для обычных светских читателей. Здесь нет ни молитв, ни цитат из жития святых, зато много фотографий, некоторые из которых из личного архива автора. Сборник Олеси Николаевой продолжает серию книг «Не святые святые», автором которой является архимандрит Тихонов Шевкунов. В обоих произведениях художественно изображены представители русского духовенства, как герои нашего времени. А главная тема – Божий промысел в жизни человека. В сборник вошли как широко известные рассказы автора, так и совершенно новые. Первая книга из этой серии, написанная архимандритом Тихоном, вызвала небывалый интерес у читателей. Сборник «Небесный огонь» – это уже совсем другая проза, но не менее добрая и светлая. А купить новинку можно в магазине «Моя книга».